Добрый день, друзья. Мы находимся. Мы находимся на возвышенной Закарпатье. Сегодня третий день нашего активного отдыха. Мы выехали на подъемник. И теперь хотим взять интервью у самых активных участников нашей поездки. Вот мы подходим к Татьяне. Татьяна, расскажите свои впечатления. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне и о поездке в целом? Что я могу сказать? По сравнению с прошлым годом, это вообще сказка. В прошлом году нам не повезло, не было снега. В этом году его море. Красота. Такой снегопад. Впечатление выше, зашкаливает. По верху. Нам очень нравится. Мы никогда не пили по 50 грамм на вершине Эверест. Нам это удалось. Вот, это мы делаем. Мы ее покорили. Вот, спасибо спонсорам нашим, спасибо за отдых. Очень хорошо. Всем желаем, чтобы они приехали на следующий год. Да, мы желаем, чтобы всем понравился. Чтобы увидели этот отдых, это чудо. Я очень благодарна всем нашим, всей группе. Все хорошо. Огромное-огромное вам спасибо. Безумно рада, что такая хорошая компания. И всех люблю. Всех, всех, всех. Вот нашу компанию. Все самые хорошие. Прорывается один из активных участников. Кто же хочет сказать пару слов? Это Маша. Говори, дочь. Мне очень понравились горы. Мне очень понравились воды. Мне понравилось, как мы ездили и видели оленей. Некоторые олени были с рогами, некоторые с ветром. Мне очень понравились олени, которые были с рогами. И мне очень хочется еще попробовать кататься на лыжах. Давайте подойдем к самому активному участнику наших сегодняшних мероприятий. Это Марья Андреевна. Подходим, да. Марья Андреевна. Евроньюз. Канал Евроньюз. Марья Андреевна, скажите, пожалуйста, как часто вы становитесь на лыжи? Оп, показывайте лыжи. И теперь лицо Маши. Я понял, да. Какие вы молодцы. Маша, скажите, за сегодняшний день это какой спуск у вас? Это пока не четвертый, но я уже научилась делать дрифт. Дрифт, да? Могу вам показать. Подожди, дрифт мне надо показать. Маша, скажите, сколько вы сегодня выпили колы? Один стаканчик. Один стаканчик, да? Там было психотропное вещество намешано? Нет. Нет, да? Ну, кто вам скажет правду? Конечно, это было просто чистая кола. Итак, мы демонстрируем дрифт. Итак, Марья Андреевна, аплодисменты. Ура! Смотри, смотри, молодец. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Уважаемые друзья, мы находимся на высоте 4000 метров. Это Закарпатье. Посмотрите, какая красота. Мы можем понять состояние участников, потому что гвардии таз дает о себе знать. Обратите внимание на этих бесстрашных людей. Это единственный в мире вариант, когда разрешается работниками ГАИ пьяными быть за рулем. Обратите внимание, девушка с наклеенными ресницами, трехкратный чемпион Гардеробовского района. Обратите внимание, школа номер два. Подожди, реснички, реснички. Итак, подождите! Секундочку. Идет отсчет. 10. Подождите! 9, 8, 7, 6, 5, 4. Коля, уйди из кадра. Коля, подожди, надо разойтись. Мы с ним близко, мы столкновением. Один, в этом и прикол. Один.
ocean. Dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like Corruption. Disco seduction. Друзья мои, наш замечательный край может предложить не только лыжную прогулку, не только замечательный глинтвейн, а также девочек для развлечения. Поэтому на любой вкус и цвет предлагаем вашему вниманию ассортимент. Уважаемые друзья, мы находимся на впервые в мире заплыве в снеге. Это местность Закарпатья. Наши участники Григорьёва, магазин «Аврора», магазин «Аврора», руководитель и первый главный менеджер. Так, друзья мои, количество участников, которые желают участвовать в заплыве, увеличивается. Итак, у нас сегодня в соревнованиях участвует салон «Ногти». Салон кондитерские изделия. Главный менеджер «Авроры». «Авроры». Итак, мы сегодня участвуем в заплыве «Браса». На беговую дорожку. На исходную. Два, три! Заплыв пошел! Давай, Люда, давай! Смотри, вот сильно как... Молодец! Салон «Ногти», давай, что ты не ныряешь? Блин, не научился. Да в море плавать, хоть сниму научу. Василина, давай, давай, там Григорьёв куда? Ой, еще кто-то приехал! Итак, вы обратили внимание, не санкционированные участники. Да. Они не заявлены в нашей декларации. Они не зафиксированы в нашей декларации. Итак, закончился второй день наших приключений. Все люди очень довольны, все заряжены. Кто-то падает. Я хочу сказать, что сегодняшний день сам по себе хорош. Самое главное, мы добились основного, что люди набрались позитивного, люди набрались оптимизма. Сегодняшний день и погода благоприятна была для того, чтобы мы набрались заряда на следующие дни, потому что нас еще ждут два дня замечательных путешествий. Следите за нашими репортажами, я так думаю, что все будет хорошо, потому что наша команда сплоченная, пьющая, самое главное, и настроена на позитив.